Меня точно уволят. Директор Эванс и так не простит мне это опоздание. Я же говорил, она этого не терпит. Ничего, мы буквально туда и обратно. Хорошо бы, а то у меня потом разговор с психологом по поводу колледжа. О, ты дописал эссе? Даже не начинал. О, ну, давай в центр, побыстрее разберемся с Марко. Скорее двигайте в центр. Мы мчим по Бруклину. Джеймсон отправил тебя делать репортаж? Не верится, что старина Джей-Джей-Джей твой новый босс. Ха, мне нравится новый режим. Ты быстро приведешь его в чувство. Так это, что там с Марко? Мы уже много лет не виделись. Очевидцы утверждают, что он бежал по Бродвее, выкрикивая что-то невнятное. С их слов он как будто был в бреду, не в себе. Он просто взорвался. Надеюсь, мы сможем его успокоить. Я видела, как люди сходят с ума. Осторожно. Хорошо, что у нас два Человека-паука. Удачи. Спасибо, МДЖ. Тут бы пригодились новые наработки. Ни за что. Их еще не тестировали. Это прототип. Но ты взял их, да? Без комментариев. Ученикам или пеняйте на себя.
А, не нравится мне это! Старые наработки Отто явно повлияли на эти руки! Я уже рядом! Ты там как? А, Майлз? Директор Эванс звонила! О, черт! Меня исключат? Эй, ты просто прогулял! А я оставил учеников во время ЧП городского масштаба! Да уж, ты попал! Бессмысленный человек! Ненавижу это прозвище! Я знаю, ты на меня зол! Ты здесь вообще ни при чем! Отстань от меня! Я хочу помочь! Только заранее извини!
сейчас Ганке наколдуешь! Ганке, ты тут? Чувак, это жесть! Представляю! Эй, слушай, нам нужен большой источник воды рядом с Уолл-стрит. Сейчас гляну карту. Будь осторожен. И вы тоже, мистер Паркер. Хорошо. Стоп, что? Он знает? Ганке все знает! И еще мы очень странно вели себя в классе. Нельзя было устраиваться в школу для одаренных. Жить нормально, как все люди. Это не путь, Марко. Для такого, как я, иного пути нет. Это ни в какие ворота! Это надолго. Не тормози, Майлз. Я хотел прожить нормально. Еще не все потеряно. Теперь уже поздно. А, черт! Нельзя было ограничиться песочными замками! Ма, все в порядке? Я тут с Питом! Я знаю! Ты на всех каналах! Я еду в центр помочь организовать раздачу припасов. Ганке придумает для тебя отмазку. Да, но у меня сегодня еще встреча с психологом. А директор думает, С директором я поговорю. Сейчас ты нужен Нью-Йорку. Ты лучшая мама в мире. И прошу, будь осторожен. Эгиеру, Михо.
Как сказала мама, я не могу подвести Нью-Йорк. В эссе. Я бы поступил в любой колледж. Или, вернее, Человек-паук. Ладно, об этом потом, Майлз. Соберись! Как успехи, Человек-паук? Уже почти! Ваш молодой наш! Еще. Есть идеи? Да. Продолжим урок физики. Давай помогу!
ты хочешь перенаправить молнию? Как ты сказал? Достану игрушки! Песок везде.